Освободитель рассказывает, как их отправили на Волчанск. Ну, хочу рассказать про нашу эту операцию на Волчанск, на которую нам вообще сказали, что мы на границу пойдем. Я контрактник. Только нас бросили в лесополку вообще, пусты. И вот сама эта операция началась уже не по времени. По времени Волчанск должны были взять еще 2,5 года назад. Как раз к ужину 25 февраля. Между построением и парадом. Там начали торопить, гнать. Вперед, 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 вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло. Генерал Беседа докладывал, что встречать будут хлебом с солью. А встретили пулеметами. Генерал Беседа, ты держись там в СИЗО, в камере. Тебе всего доброго, хорошего настроения. Самое главное – это здоровье. Волчанск пришли, первую ночь как-то перекантовались, еще более-менее нормально. Заняли одну улицу. И потом пошла вот эта жара. Просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу. Не зачищать, ну, закрепляться, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки, просто выводят столько состава. А командование по рации кричит: вперед, 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 вперед. Те, кого я знал, от нас рота осталось вообще со 100 человек 12. Мы еще всерьез ничего не начинали, а со всей роты из 100 человек осталось только 12. Пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня там или 5. Их на утро отправили в штурм. И они просто 2 дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Они скучковались и просто добили фипишками. Осталось тоже там человек 5-6. Шла группа к нам. Эту группу, из этой группы один человек вообще остался. То есть получается, мы, нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. И а кто сидит в Москве, им